Так, вы по правой стороне пошли обходить? Я слева пытался пройти, но походу мне сейчас это не нужно. Ой! Епа мать, хуя себе передо мной прямо. Патрончик. Фашистская мразь! Я бы их развалил. Блядь, это ты! Я только хотел сказать, что сегодняшняя игра обошлась без того, чтобы Коля меня убил. Хороший аим, Коль. Все-таки игра в первую оркестру не дает о себе. Надо, надо на ком-то практиковаться. Хорошо стреляем в последнее время. Прости. Я правда не хотел. Так, я вот ты не знаешь, я вот не знаю, правда ты не хотел или неправда. Смотрите, может где-то в глубине души ты хотел. Шреком хлопец бегать, не забывайте, что потом играет. Звучит хорошо. Че, опять кого-то раскидаешь? Он пытался подорвать мне взрывчатку, она у него рука взорвалась. Вы люди темные. Блять, это был немец, сука, а я что-то... Мне из-под Шрека убили сейчас. Я что-то вафлил. А чё я вафлил? А хуй знает, а чё я вафлил. Это, наверное, потому что ты симпатизируешь. Это нельзя отрицать, к сожалению. Латентный фашист. Право нас там уже ждут. Раз. Право стреляет раз. А, такой кривой, да, я помню, да. Ага. Я думаю, что он. Ох ты ж, блядь. Олег, ты зря то лежишь. Тебя там с пулеметом расстреляют. Ты понял, что произошло? Нет. Я на тебя споткнулся об тебя и ударился ногами в балкон. Да? И сломался ноги. Ты ноги сломал? Да. Пиздец, да ладно. Прикинь, я тоже ноги сломал. Пока полз, не увидел яму, ладно. В левой части будут кто брать спаун, нет? Чё танк туда не заедет, блядь? Перчатка, салон! Сука. Так точно. Да, блядский ты рот. У нас есть класс снайпер? Есть. Сейчас у меня сосёте. Горю, горю, блин. Блин, я горел. Танк взорвал, что ли? Да, я набежал, блин. Кого ты там стреляешь? Я спокойный, дай я в тебя постреляю. В какой-то веке хоть нормально. Ты хоть в этот раз во вражеской команде, не в своей. Я? А, ты хочешь меня пострелять? Я тебя убиваю в своей команде. Блять, не попал. Что ж я такой кривой? У него ангел-хранитель какой-то, видимо. Три раза по нему не попал. Сейчас выбежит эта уточка под названием Скай. Можешь пострелять по ней. Плохо, он у меня слева остался. Мне в ухо сейчас застрелят. Ой.
Блять, куда он там стреляет? Хуя не лопнул. Блять, сейчас экран будет целовать. Короче, нихуя не могу разглядеть. Блять. Здравствуйте. Ну, мать, блять, там прямо на меня смотрит. Олег, ты что ли? Ёпта, мне тоже так не лепутина. Блять, он прямо по центру танк стоит. А я тебя ждал. Чего? Я тебе винтовку сел свою. А зачем ты оставил? Я думал, у меня пистолет есть, а у меня нет пистолета. Блять. Я сейчас бегаю без оружия. А я знал, что это ты там дымишь, я знал. У меня вообще ничего не осталось из оружия, даже гранат нет. Чутьё мне подсказало, что ты там выходишь, блять, сзади. Я прям почувствовал, как ты, у тебя, это знаешь как это, жажда крови. Как ты оголил уже свой штык и идёшь ко мне, и вот не поверишь, самое интересное, что вот буквально секунд 30 вот назад чекал. Почему? Я не же целился в него нормально. А ты выжил-то вообще, убежал, нет? Да, но мне потом уже она по нашей базе расстрел по мячку. Бля, и ты, слушай, а ты да. Во сколько раз по мне выстрелил? Два раза? Ханса убить, это что-то. Олег. Да. Причем у меня было снайперка вместо обычной винтовки, а штыка не было, поэтому замешкался. Так, что тут? А на снайперку нельзя штык надеть? Вообще, в принципе, априори? Да, в принципе, никак. Так, а у нас центр осталось у вас взять. Ты снайперку у Коля отобрал? Какого-то. Кто там? Там темно слишком, нихуя не вижу. А, видали вылез. На сей раз. Я зарандомил дым. Я держал просто на выходе. Дым дымит. Я про себя говорю. Так, посчитай до пяти. Раз, два, пять, а потом выстрел. Просто я думал, наверняка кто-нибудь побежит. Я не видел, я просто в туман стрелял. Средний еще молосос. Торок, ну если рушануть, прям жестко рушануть, я. А больше ничего не остается на земле. Вот граната летит, ёб твою мать. Это не настоящий гранат. А еще дым. А, дым. Ой-ой. Стрельба, ёб твою мать. Кто ты, друг? Ой-ой. Нет, у меня патроны кончены. Господи помилуй. Кто-нибудь, прикрой. Сав, прикрой. Окей. Я уже бегу. Нет. Патроны кончились. Что-то ты не совсем правильно понял мою просьбу. Блять, а с кем же я там сражался? Кстати, всех за ним убил. Ты кого-то там убил, да. Заходите. Блять, я там с автоматчиком сражался за этим. Там за ящиком сидел автоматчик. Ну это как еще я думал. О, нет, две минуты, ёб твою мать. Бежит ублюдок. Нырнул. Пал. Сейчас я подбегу, да? Думаю, что это? Думаю, да. У вас там много осталось. Ух ты ж, блять, хорошо, вас сколько. Я и что... Осторожно, он прям ждет, наверное. Граната! Сзади бежит, Олег. Ага. Лежи. Не вставай. Слушай, в дыму я не вижу уже, не вижу. По-моему, ты там один на один, да. Там еще один чувак сзади к тебе подбегал. Я его не убил. Оглядываюсь. Вот он забежал слева. А, я его убил. Все. Я вам сейчас оранжевый берегу. Пусть он сильнее. Стреляй сзади справа. Сзади справа, ага. Вижу. Готов, ублюдок. Спасибо за наводку. Купились, смотри. Блять, хуёвый дым ты кинул, на самом деле. Ой. Бегут еще по центру, бегут. Не вижу. На дым прям бегут. Блять, гранату кто-нибудь киньте прямо за дым, гранату, сука. Их там двое, блять.
Слушай, это хуй, очень хуёвый дым, блядь. Я в дым стрелял, кого-то попал. Попал, отлично, заебись. Там слушай, ты. Они там сейчас побегут. Вася, они там своих уничтожили. А слева ты же, далеко слева. Уже. Попал. Присутствие за небольшое внимание. Пацаны. Снизу. Правильно, через желтый дым. Вот они там подвезли. Рванули. Отлично, слушайте, отлично, чётенько. Сколько там по времени? Да, что там по времени? 27 минут, да они очень время много проебали. Если даже я возьму точку, то следующую точку они не возьмут однозначно 100%. Это пиздец. Там открытое поле, там надо бежать через... Вау. Я на эту карту танк. Еще никогда не играл за немцев. Ну за этих... О, танк, слушай, подъехал, действительно. Сейчас я буду ебать. О, осталось чуть-чуть, он уже дымится. Блять, я же испугался. Он в дерево, что ли? Он прямо в меня стрельнул. За ним чувак бежит прямо. Если подрежу. Блять. Зарядите. За ним бежал, наверное, взорвал. Тоже взорвали. Гранаты. Сейчас плохо, нас убили, сейчас они будут прорываться. Да их зарядил, будут прорываться. А, нет, еще будут парочку. Держись, пошло. Олег, держись там. Еще секунд 15 тебе надо продержаться. Блять. Взял пулемет. Бегу. Эй, свой. Подожди. Меня взорвали свои. Нет, не свои, слушай. Не ошибся. Вот спасибо, кто-то меня спас. Рад, тихо. Смотри, даже народ потянулся. Стало уже гораздо больше, чем было. Слева стреляет откуда-то. Клумба, смотри, куда мы. Дайте, запустите меня наверх. Пускай будут слева, внимание. Я его не убил, я вот только ранил. Около лестницы, поднимается по лестнице, внимание. Блять! По лестнице, да-да-да, по лестнице. Да блять, это я тебя застрелил, походу. Нет, это меня тут чувак застрелил. Интересно, в каком году поменяла флаг Канада? И на кленовый лист. Потому что сейчас у них еще вот такой вот, как Австралия примерно. Так, или тоже. Ладно, наверх пошла. Микелоз таймд аут фром сервер. А кто у нас там в часовню залез уже? На самый верх. Ты думаешь, это наши? Да, аж. Ну, блядь, за не наших-то нельзя смотреть камеры. На нашем, на самом верху часовни наш сидит. Ну, кто там, у тебя ник написан снизу? Я не успел посмотреть. Попал? Да, попал. А, я в доме есть. Забегай да? сюда, к стене просто подбеги, скай. Сиди, подбеги, просто сядь. Левая комната, гранатаж. Ну просто куда подбеги, давай захватим, а потом будем да, доставать. Все чисто уже, можете спокойно забегать. А, все, да. Все равно лучше посидеть тут. Все, отлично, вот зона наша. Вчера бесплатно оркестру раздавали. Вот я ему посоветовал, он все забрал как на вторую. Просто три подряд рыла. Охуенно. Граната сюда прилетела. Я пойду, наверное, 40 постреляю вниз. Блин, не думаю. Давай. Там хорошо с... ты справишься. Ты замолвишь. Ты толку говорить. Про хорошее место, где можно их отстреливать. Не стоит. В смысле, а пират не перешел за нас, что ли? Нет. Он за них играет. Все, перешел уже. Да кто-то мне приговорил тут. По левой части в здании обычно сидит пулеметчик. Там обычно хорошо заседать. И отстреливают просто все, кто из часовни бежит. Кстати, в часовне я сижу сейчас как раз, так что не стреляйте. А, ты на самом верху, да? Да. Окей. Тут, кстати, переписано аж 3 бутылки водки. Блять. Кто меня взорвал, интересно? Где водка? В часовне наверху. А, не свои. Так, понятно. Это хер тут до сих пор сидит. Да, пулеметчик сидит. Один, два, три? Нет. Ну, он там наверху осторожно. А, он меня не слышит.
Мне чувак лес полезти, он не долез. Чисто второй. Отличное время. Что за желтый дым, блядь? Это я. Блин, какой у нас был, слева спаун в кустах сидит. Нравится. Я. Да, все, хера они теперь возьмут. Ну вот видишь, Олег, мы перешли, и сразу баланс поменялся. Ну, кломба тут уже ну, да, да, не так плохо как было, в любом случае. Ой, гранаты. Осторожно, Олег, ты прям ползешь на врага. Пулемет уже готов давно. Нет, он живой? Живой? Нет, там еще есть. Да, пулеметчик опять пришел. Сейчас посмотрим. Ты прям на пулеметчика ползешь. Он убежал. А, ты его подстрелил, нет? Угу. Отлично, вот да, он там лежал. Да, и он. Ну все, это ГГ, 10 секунд. Не успел зарядить последнюю секунду. Неплохо пострелял. Ну вот, перешли и сразу дело пошло.